Так, друзья, ну что ж, лоты выставлены. В прошлом видео я показывал, как выставить лот и воспользоваться акцией без оплаты за резервную цену. В данном выпуске я пополню свой счет, и мы запустим рекламу и посмотрим, в каком формате можно запустить рекламу на свои лоты. Так что, если интересно продавать на аукционе Виолити, продолжайте смотреть это видео. Ну смотрим, у меня сейчас на кошельке всего 13 гривен, этого не хватит для запуска рекламы, значит мы выбираем опцию пополнить счет. Я буду пополнить кошелек, я буду пополнять обычной карточкой. Давайте посмотрим, берем сумму пополнения, ну например 1000 гривен, сейчас я положу, чтобы было на счету. Так, вы не хотите пополнить? Да, 1000 гривен. Что дальше происходит? Меня перенаправляет на платежную систему. Это никак не связано с данным сайтом. Отдельная платежная система, в которой я ввожу свои данные карты. Давайте сейчас я введу данные карты, свой целевой код и продолжим. Можно как через 24 делать, через просто карту. Так как я пользуюсь монобанком, я отдельно введу карту и мы сейчас пополним. Ну что, приходит сразу смс-ка с Виолити, что ваш счет пополнен. Да, все, моментально произошла оплата, то есть у меня 1000 гривен зачислилось. И давайте теперь будем заказывать рекламу на лоты, которые у меня есть, и посмотрим, какая же стоимость рекламы на Виолити. Значит, мы видим, что прорекламировать в блоке рекомендаций, да, это вот этот блок справа, то что мне рекомендует, стоит 50 гривен. Давайте посмотрим, заказать услугу, дальше у нас пишется 50 гривен, реклама на форуме, реклама в рассылке. Давайте попробуем рекомендации, заказать рекламу, разместить. Окей, что происходит дальше? Вот мы в обработке, и данный лот отправляется в рекламу. Давайте следующий лот. Вот у нас есть лот Сидорук Владимир Федорович. Прикольная картина. Отличная оригинальная работа. Соцарт. Известный художник. Довольно высокий у него художественный рейтинг. Ну и у меня есть отдельное видео на канале про эту картину и про вообще про те картины, которые стоит покупать. Как раз про эту картину мне эксперт рассказал и примерно дал ей оценку. Сейчас она выставлена, давайте попробуем разместить именно на нее рекламу. То есть так, сейчас ставки есть, торги идут. Вот, посмотрим, разместим эту картину также в блоке рекомендаций и в каких-то нескольких других форматах по рекламе. Значит, тут стоимость рекламы дороже. Возможно, это связано с тем, что стоит резервная цена. Ну, либо в этой категории реклама стоит дороже. Значит, в блоке рекомендаций 170 гривен, в рассылке 250, на форуме дешевле всего. Ну что, давайте попробуем рекламу в рассылке заказать. И в блоке рекомендаций. В целом, интересно даже показать ее и на форуме. То есть у нас 437 гривен в данном случае нужно потратить на рекламу данного лота. Давайте попробуем рекламировать. Так, запрос принят, сумма 437 гривен на данный лот. Отлично. Сейчас у меня, давайте проверим, сколько на счету денег. Пока в обработке не видим, сколько у меня снялось. Давайте что-то еще попробуем активизировать. Так, у нас вот есть еще такая книга интересная, довольно редкая. Набор и фальшак. О, давайте поставим фальшак. Стоимость рекламы фальшака у нас 40 гривен, 50 гривен. И на форуме. Давайте выберем рекомендации, реклама в рассылке. Разместить. Окей, 90 гривен. Ну что ж, поехали дальше. У нас размещено три разных позиции. Пока есть общая цифра, я тут не вижу, сколько бюджета займет. И я хотел еще разместить на книгу. В рассылке. Ну, так, 90 гривен, две услуги. Ну что ж, давайте рекламировать. Друзья, я покажу вам небольшой лайфхак, как порекламировать свой лот очень круто и выгодно.
Вот, например, была продана потрясающая работа Чагадара, тоже очень художник с высоким рейтингом, серьезный. Было 148 ставок, 43 тысячи гривен. 59 человек следило за этим лотом. И давайте всем этим участникам покажем ту картину, которую я выставил. У нас совпадает рубрика. Мы выбираем мою картину, которую я хочу порекламировать. Нажимаем «Согласиться». И реклама будет стоить целых 100 гривен. Но это люди, которые интересуются именно живописью. И это довольно интересно, выгодно, потому что тематика совпадает. Давайте нажимаем «Окей, согласились». Мы отправили сюда. Давайте посмотрим, что еще есть. Какие еще есть? Вот у нас Чагадар, также хороший художник, соцарт, 4400 гривен. Тут, конечно, наверное, размер картины меньше, да, 46 сантиметров. Ну, давайте порекламируем на 20 человек, посмотрим, выбираем мою картину, согласен. Тут будет стоить 50 гривен данная реклама, нажимаем ОК. Так, мы 150 гривен потратили. Посмотрим, что еще у нас есть здесь. На лотом никто не следит. У меня подтвердились все рекламные объявления. Кстати, такая опция на Виолите, если вы выставили лот с ценой и запустили на него рекламу, и он не продался за тот срок, который у вас был выставлен, то реклама продолжается. Вот такое вот мне обновление ребята сообщили. Довольно прикольно. Мне кажется, это для продавцов очень интересно, выгодно. Так, ну что, выставлен фальшак. Посмотрим, как он наберет, сколько наберет людей, которые следят за лотом. Тут я не делал рекламу. Книга, да, тираж 50 штук. Посмотрим, какое количество людей добавится. Отличнейшая картина. 8 человек пока следит, к сожалению, не так много. Ну что ж, давайте подождем и посмотрим, как дальше будет. Может быть, сейчас что-то еще запущу в рекламу. Ну, после старта рекламы немножко добавилось людей. Здесь 7 человек добавилось. Вот этот лот я еще выставил. Это 5 гривен, 2 монеты с браком. Тут нет точечки над «и» второй. И вот что-то попало при чеканке. Вот такой вот брак. 12 человек следит за лотом, и с картиной здесь больше всего добавилось людей, которые следят за лотом, 116 человек. В целом интересна данная картина и за сколько она будет продана, ну, если преодолеет порог резервной цены. Ну, в принципе, резервную цену я могу отключить, посмотреть, как будут дальше торги длиться. Ну что ж, друзья, спасибо, кто посмотрел этот ролик. Ставьте лайк, если понравился такой формат. Посмотрим, за сколько будут проданы и будут ли проданы лоты. Ну, по охвату мы увидели. Если есть какие-то вопросы, пишите. Всем пока!